На игре «Новый город» собрались будущие педагоги, те, кто уже сегодня готовится поступать в педагогические вузы. Эти 12 команд победили в отборочных турах. Сегодня им было необходимо отличиться в конкурсе знатоков, представить визитную карточку команды, успешно выступить в конкурсе капитанов «Сам себе директор» и объяснить, почему выбирают профессию педагога. Победители профориентационной игры «Новый город» будут награждены дипломами. Профсоюз работников образования также подготовил свои сюрпризы. Но главный приз для ребят, ради которого они, собственно, и вышли на сцену, это сертификат на целевое обучение в университете. Мы надеемся, что все проведенные мероприятия были ориентированы именно на тех детей, которые станут в будущем педагогами, которые придут в наши школы, пополнят наш кадровый состав и станут хорошими настоящими учителями, которые будут давать 100 бальников, которые вырастят достойных граждан нашей Родины. Муниципалитет, помогая выпускникам поступить в кубанские вузы, тем самым гарантирует себе квалифицированных и, главное, заинтересованных в профессии молодых педагогов, которые придут работать в сочинские школы уже через 5 лет.